Фортриджа. 6 утра. Мы уже собрались, мы уже готовы. Готовы ловить рыбу. Репортаж с места событий. Кто там? Так, не матюкайся. Все, никуда ты не едешь, Паша. Такой рыбалки там не будет. Смотри аккуратно, у меня это, леска. А как же я? А как? Так она ж... Кто там? Что-то большое, ребята. Сом? Сом? На что? А на что? На вид такой вообще. На блесну, на что? Вряд ли это все. Ну, похоже на сама. Катан. Бля. Такого мне еще не хватает. Ого! Сама на блесну. Как? Ты смотри своим спиннингом, что вытянул. Ну, классно. Аккуратно, у него шип. Где? Там, где верхний плавник и боковые, у него шипы. Ага. Ну что, Паша, как тебе первый сом? Ну, красавчик. Поймал на блесну. Блесна. На блесну сама, класс. Не знаю, где блесна. Ну ладно, выпускай.
Сомик номер 2. Хорошенький такой. Ничего, так в принципе можно и взять. Счастливый обладатель Сомика. Красавчик. Только я выключил камеру, как споймал вот такого вот замечательного карпика. Сейчас я его прям почищу. Че, опять сом? Ну, капец. Пошел, пошел сом. Пашка опять сама словил. Ха. Может, за корягу зашел? А на что словил-то? А, ну этот поменьше, этот поменьше. Нет. Поменьше, не заразил. Ну этого, кстати, уже можно брать. Маленький. Поздравляю, Паша, твой второй сом. А у меня тут разделка рыбы идет. Сразу. Тут делают дома лень. Вот он, золото этих мест, серебро. Красавчик, драмчик. Что там, Паш? Сом? Ультралайт, сом. Да. Ты бы еще это на зимней рыбалке сама ловил. Сейчас он сделает прыжок. Я что буду уверен. Вот. Все, пошел. Ну это. А сейчас прикинь, это судак. Ты смотри, он, чтобы он тебя сейчас нет. За деревяшку куда-нибудь. Ох, пошел, пошел, какой красавчик. Ты чувствуешь это? Оббегай под ней. А ты говорил, Паша. Ну... На блесну ловить сама. Блесна 3 доллара. Ага. Леска, правда, хорошая. Но это на 4,7. Но это курица точно больше. Вообще не дает.
Может, осетр? Это на максимуме стоит. Это стоит на максимуме. Давай, давай. Я не могу ему дать сразу. Ну да, не, его надо, чтобы он чуть-чуть устал, да. Я уже устал. Он не хочет. Он, наверное, хочет. Может, и не хочет. Так, там моя, это, смотри, чуть левее моя уже леска. Я попробую ввести. Ну, небольшой чуть-чуть, да? Но... Небольшой или большой? Да не, нормально. Смотри, а то руки, у тебя... Руки, да, осторожно. Оно того не стоит. Утянет с тобой. Вот такого мультика я не ловил еще. Вам на осторожно. Все, все. Ну, можешь фотки сделать? Сейчас, сейчас. Подними его, чтобы на видео было видно. Да не бойся ты его. Он не кусается. Ты сказал, что там шипы. Шипы есть, ну не... В жабрах шипов нету. Но он зато кусает жабры. Нет, вот. Во, монстрик. Красавчик. По-моему, этот больше, чем был. Да. Этот побольше. Красавчик. Какой красавец! Ай ты какой молодец! Да утром кушает кашу с котлетками, то хорошо тянет потом, не важен размер. О, а так же хорошо шел, так хорошо шел. Рабы на плантации по сбору клубники. Раб, ты что тут сидишь? А ну давай, тыщ, быстрей, быстрей. А, начальник-то, не ругайся, пожалуйста. Мы, конечно, выбрали самый жаркий день. На улице 34. И мы, как рабы, собираем клубнику. Да, немного тут таких любителей острых ощущений. Фу, тепленько, тепленько согрелся. А то так холодно было. Вон, несу домой лукошко. Вообще самое тяжелое в этом деле, в сборе клубники, это выползти с поля, потому что объедаешься ей. И вот ты объелся, набрал, а дома тебе ее уже кушать не хочется. Ну, благо у меня еще много кого дома, поэтому поедят.